Девятиклассник Вячеслав Камолов много времени уделяет физической культуре. Занимается лыжными видами спорта уже 5 лет. В копилке достижений – трофеи муниципальных и областных соревнований. Про общефизическую подготовку Вячеслав тоже не забывает. Ну, это укрепляет здоровье, укрепляет иммунитет, меньше болеешь. Я хочу быть лыжником. Не на чемпионатах мира, конечно, но хочу уже в каких-то более взрослых состязаниях что-то выигрывать. Вместе с другими щелковскими школьниками юноша принял участие в соревнованиях по общефизической подготовке, которые состоялись на Щелковском детском городском стадионе. В программе сдача нормативов ГТО – бег на 100 метров для ребят постарше и на 60 для учеников начальной школы, а также отжимания, подтягивания, прыжки в длину. Эти соревнования руководство и тренеры физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Центральная проводят ежегодно. Участие в них принимают школьники от 7 до 18 лет. Преимущественно это те ребята, кто занимается лыжными видами спорта. По возрастным группам соревнуются. В каждой возрастной группе считается 2 года. Первоклашек мы выделили отдельно. Это вот такие виды ОФП, которые они проходят, ценятся везде, во всех видах спорта, и также они в ГТО проходят. В этом году состязания провели в рамках антинаркотического месячника. Таким образом, школьников с юных лет приобщают к здоровому образу жизни. Занятиям спортом учат стремиться к победам и обходить вредные привычки стороной. Чтобы вести здоровый образ жизни, вовсе не обязательно заниматься тяжелым, изнурительным видом спорта. Достаточно просто быть активным и выполнять простые упражнения по общей физической подготовке. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.